Мы хотим показать, кто такие современные герои. Вот на ваш взгляд, современные герои – это кто? Съемки последнего видеоролика для проекта «Герои нашего города» проходят на базе анапского отряда «Кубань-Спас». Идея проведения выставок портретов людей, которые посвящают свои души и сердца любимому городу, родилась в Краснодаре. Я и моя коллега Анна Сержант, мы столкнулись с героизмом людей в больнице скорой помощи в Зиповской и решили, что это очень интересно. В качестве благодарности за помощь непосредственно нам, да, мы решили сделать для них красивые портреты, так как мы изначально фотографы и много работали в рекламе. Но после того, как мы сделали работы с врачами, мы узнали их истории, мы поняли, насколько это люди, погруженные в профессию. К нам пришла другая информация про пожарных. Героями проекта становились самые разные люди – медики, спасатели, волонтеры, доноры. Первая выставка прошла в Краснодаре 2 года назад и пользовалась большим успехом. Для второй авторы выбрали Анапу. Почему выбрали Анапу? Мы просто ее любим. Это будет фото-выставка, но у каждого портрета будет QR-код, который будет вести на страничку, где можно будет услышать аудио про героя, прочитать интервью с ним и посмотреть небольшое видео. То есть это такой комплекс. Открытие выставки состоится 15 декабря в 15 часов на Театральной площади. Авторы проекта приготовили множество сюрпризов для анапчан и гостей города-курорта. Увидеть в людях, которые нас окружают, настоящих героев будет интересно и полезно каждому. Антон Чистяков, Алексей Девекин, Михаил Попов, Анапа Регион.